Специалисты из Москвы изучают здоровье якутских школьников. В столице республики внедряют проект «Школьная медицина». Якутск вошел в число городов, где реализуется пилотный проект Минздрава России Национального научно-практического центра здоровья детей. В течение недели московские специалисты посетят 10 школ и обследуют здоровье учащихся. Саргалана Федорова продолжит. Какие факторы влияют на состояние физического здоровья и психологического благополучия детей? Каковы социальные ориентиры современных подростков в различных регионах страны? Исследуют специалисты Национального научно-практического центра здоровья детей. Сегодня в школе номер 18 города Якутска врачи провели исследование памяти, внимания и мышления обучающихся 11 и 15 лет. Исследуем когнитивные функции детей с помощью классических нейропсихологических методов, также зарубежных тестов. И используем также компьютерное тестирование по аппарату «Психомат». Для участия в пилотном проекте были выбраны школы, ориентированные на здоровье, заинтересованные в изучении физического и психологического состояния подростка. Благодаря этому сегодня будет осуществлено комплексное медико-психолого-педагогическое социальное обследование детей, более, наверное, 2000 детей из различных городов России. Мы изучаем когнитивное развитие ребенка, степень усвоения программы, которую они проходят, те мотивы, которыми и желания, которыми они сегодня руководствуются, перспективы, в том числе в выборе профессии, интересы, круг сверстников, та деятельность, которой они заняты во время своего досуга. Специалисты надеются, что эти шаги позволят существенно улучшить здоровье детей и подростков. Ребята поддерживают проект и охотно проходят все этапы медосмотра. Сегодня второй день, к нам уже приезжают врачи с Москвы. Ну и вчера мы обследовались. Нас проверяли на сердце, на почки, а сегодня приезжали психологи. Было задание нарисовать чудище, ну, самому надо было придумать, которого нет ни в сказках, ну, и нигде ты его не увидишь. Все написал, сдал, ну, вот жду, когда скажут. Помимо проведения обследований, московские специалисты будут обучать учащихся, педагогов, медиков приемам оказания неотложной помощи. После комплексного исследования врачи составят для школ перечень практических рекомендаций. И в течение 4 лет проведут повторные обследования учащихся, чтобы оценить эффективность рекомендованных мер, их влияние на успеваемость и состояние здоровья детей. Саргалана Федорова, Владимир Таюрский, НВК Саха.